Мировой чемпионат по клифф-дайвингу, прыжкам со скалы, добрался до города Форт-Уорт в штате Техас. Соревнования здесь проходят впервые, и посмотреть на спортсменов в субботу здесь собрались почти 7 тысяч человек. Специально для мероприятия на высоте 27 метров была установлена площадка. Свое мастерство зрителям и судьям продемонстрировали 19 спортсменов из разных стран. В том числе зрители увидели выступление и победителя прошлогодней серии Артема Сильченко. Но на этот раз россиянин стал только вторым. Он уступил только британцу Гарри Ханту, который уже трижды становился победителем чемпионата. Всего на счету спортсмена 16 различных соревнований по клифф-дайвингу. После мужчин блеснуть отточенной техникой впервые смогли женщины. Однако они прыгали с гораздо меньшей высоты – 18 метров.